воздухом густом расплавлен, а профессор стучит текста. Под завязкою заправлен и подвешены все средства. И для птиц сирена воет, опустили капониры, пахнет в воздухе войною. Значит, миру не до мира, миру явно не до мира. Ночи, видимо, до ночи, день тяжелый мне маячит. Я не нож, но я заточен под военные задачи. Коль верхах большие лица не нашли для мира повод, не смогли договориться, значит, я последний довод. Я теперь последний довод. И со мною наравне эти двое, что во мне, время чая на всех часах. Только стрелка мне решить, сколько нам летать и жить, наши судьбы на весах, где-то в небесах. Нам троим адреналина добавляет неизвестность. Не жалею керосина, я обрезываю местность. Где-то рядом неприятеля, мне сейчас не до капризов. Включим главный выключатель, мы всех выключим, кто снизу. Выключаем тех, кто снизу. Нам послед огнем и громом обрезается поверхность. Контингент и там не промах, повышает нашу смертность. И в кабине эти двое на приборы смотрят хмуро. Я как будто сильно болен. Кашель, жар, температура. Кашель, жар, температура. И отчаянно втроем через небо напролом, как на рваных парусах. Мы то вверх, то снова вниз, на кону всего лишь жизнь, наши судьбы на весах, где-то в небесах. Нам живы оба не убиты, хоть по мне влупили точно. И орёт им тетя Рита, чтоб на воздух вышли срочно. Эти двое, как на мине, велика цена задержки, но плечом к плечу в кабине держат ручки, а не держки. Не хватает задержки. Прохочу его эскадрилью, даже если инвалидность, я не складываю крылья, а меняю стреловидность. Возвращаемся из боя, пусть мы еле волочемся, но в кабине эти двое верят в то, что мы вернемся. Обязательно вернемся. Мы вернемся. На войне, как на войне, даже если ты в огне, надо верить в чудеса. Что бы ни было, держись, и тогда не смерть, а жизнь перевесит на весах. Где-то в небесах. Где-то в небесах. Где-то в небесах. Спасибо. Вадим Захаров.